Я приветствую вас, мои дорогие зрители канала. Все вы уже наверняка знаете, что в ночь с 10 на 11 мая 2024 года в Евразии, Америке и даже Белоруссии наблюдалось северное сияние. Что характерно, полярное сияние в этих широтах является нетипичным явлением. Объясняют нам это вспышками на Солнце и последующими геомагнитными бурями. Но здравомыслящие люди связывают это с работой установок HAARP, американского научно-исследовательского проекта по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. С английского языка аббревиатура HAARP расшифровывается как программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн. Проект запущен весной 1997 года в Гаконе, штат Аляска. Википедия нам сообщает, что в начале мая 2013 года в связи с окончанием контракта работа HAARP была остановлена. Но мы же наблюдаем, что творится с погодой последнее время. И особенно в этом году. Итак, в научных кругах засуетились, и 13 мая 2024 года на официальном сайте Геофизического института на Аляске была опубликована статья под названием «Солнечная буря не HAARP создает интенсивные полярные сияния». Зачитаю частично. Впечатляющее полярное сияние вызвало вопросы о возможной связи с недавними экспериментами программы высокочастотных активных исследований полярных сияний HAARP. По словам Джессики Мэтьюс, директора HAARP, хотя HAARP действительно провела научную кампанию 8-10 мая, она не имела никакого отношения к солнечной буре. Компания поддержала исследовательские предложения Университета Аляски в Фэрбинксе по изучению механизмов обнаружения космического мусора на орбите. Мы отвечаем на многие запросы средств массовой информации и общественности, сказала Мэтьюс. Научные эксперименты HAARP никоим образом не были связаны с солнечной бурей или высокой активностью полярных сияний, наблюдаемых по всему миру. Майская кампания HAARP была запланирована примерно за полтора месяца до геомагнитной бури. Выбор времени был чисто случайным. Геомагнитные бури непредсказуемы. Время до того, как солнечное событие будет обнаружено с Земли, измеряется минутами, а не месяцами. Цитата окончена. Ну, во-первых, судя по статье, HAARP действительно провела научную кампанию 8-10 мая, как признался ее директор. Но по данным из Википедии, работа HAARP приостановлена в мае 2013 года, и далее она не возобновлялась. Во-вторых, на том же сайте Геофизического института 2 ноября 2023 года была опубликована статья под названием «Искусственное свечение воздуха HAARP может быть широко видно на Аляске». Зачитаю также частично. Жители Аляски и гости штата, возможно, смогут увидеть искусственное свечение неба, созданное программой высокочастотных активных исследований полярных сияний во время четырехдневной исследовательской кампании, которая начнется в субботу. Ученые проведут различные эксперименты на исследовательской площадке, управляемой ВСУ. Эксперименты будут сосредоточены на ионосфере, области атмосферы на высоте от 30 до 350 миль над поверхностью Земли. Ученые будут исследовать ионосферные механизмы, вызывающие оптическое излучение. Они также попытаются понять, усиливают ли определенные плазменные волны другие очень низкочастотные волны. Каждый день свечение воздуха можно было увидеть на расстоянии до 300 миль от объекта HAARP в Гаконе. HAARP создает свечение воздуха, возбуждая электроны в ионосфере Земли,
Подобно тому, как солнечная энергия создает естественное полярное сияние, с включением и выключением импульсов высокочастотных радиопередач. Инструмент исследования ионосферы ХААРП, фазированная решетка из 180 высокочастотных антенн, расположенных на площади 33 акра, может излучать мощность 3,6 мегаватт в верхние слои атмосферы и ионосферу. Свечение воздуха, если оно видимо, будет выглядеть как слабое красное или, возможно, зеленое пятно. Из-за особенностей работы человеческого глаза свечение воздуха легче увидеть, если посмотреть в сторону. ХААРП создаст свечение воздуха в определенной точке неба. Угол видимости для любого, кто захочет его искать, будет зависеть от расстояния человека до ХААРП. Первоначально ВВС разработали и владели ХААРП, но в августе 2015 года передали исследовательские инструменты в ВСУ. Цитата окончена. То есть, в ноябре 2023-го они сообщают, что создают искусственное свечение при помощи установок ХААРП, а в мае 2024-го говорят, что ХААРП тут не при делах. Ну и в-третьих, вам, уважаемые ученые, в таком случае следовало удалить с сайта эту статью 2023 года. Ибо сложить 2 плюс 2 сможет каждый, у кого есть мозг в голове. Фото и видеоматериал взят с телеграм-канала Астрофото Болото. А на сегодня у меня все. Всех обнял. Здравомыслия вам, друзья, и критического мышления.